Взбодрите меня, что-то я какой-то сонный. Да, тирамису в переводе с итальянского именно это и обозначает. Тирамису. Подними, ну в смысле взбодри, меня. Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Честно говоря, я не очень люблю снимать ролики про то, что известно буквально всем, и делаю это только под вашим давлением. На мой взгляд, десерт этот чрезвычайно прост. Правда, посмотрев ролики на YouTube, с удивлением обнаружил, что некоторые авторы умудряются таки напортачить. Я вовсе не являюсь великим мастером-кондитером. В кондитерке я вообще криворукий баран. Но основные, базовые моменты сегодня постараюсь раскрыть. Пройдем на рабочее место и приступим. Все пропорции приготовления тирамису я взял вот из этой книги. «Escuela de Postres», что в переводе с испанского обозначает «Школа десертов». Приступим. А в процессе про обещанные тонкости расскажу. Отделю белки от желтков. Их надо будет взбивать раздельно. Чтобы белки нормально взбивались, они должны быть очень свежими, а во-вторых, очень холодными. Белки надо начинать взбивать на небольшой скорости, иначе могут превратиться в очень жидкую водичку. А когда появится пена, скорость можно увеличить. И еще для облегчения взбивания можно добавить щепотку соли или несколько капель лимонного сока. Вот смотрите, пена появилась, можно увеличить скорость. Пока не взбиваются, проделаю ту же самую процедуру с желтками. Сразу добавляю мелкий сахар и начну работать миксером. Взбивать надо до светло-желтого цвета. Если у вас сахар крупный, крупнокристаллический, так скажем, то его лучше превратить в сахарную пудру, например, в кофемолке. Смотрите, белки уже взбились. Не надо их взбивать чересчур сильно. Вот такая крепкая пена – отлично. Это состояние называется «взбить до твердых пиков». Видите? Ничего не оседает. В желтки я добавлю немного натуральной ванили. Вот какой у меня стручок замечательный. Нет, натуральный. Можно добавить ванильного сахара, а можно и не добавлять, на ваш вкус. И еще немного взобью, чтобы ваниль разошлась. Вот так. А теперь к желткам добавлю маскарпоне и аккуратно перемешаю все лопаточкой. В роликах на YouTube видел, как некоторые товарищи после взбивания яиц смешивают вместе желтки и белки и продолжают взбивание венчиком. Так делать не надо, моментально все осядет. Если уж вам по рецепту требуется смешать взбитые белки и взбитые желтки, делайте это аккуратно, лопаточкой. А в нашем случае вообще белки будут добавлены в последнюю очередь. Сначала маскарпоне с желтками и только затем белки. Насчет сыра. Я прекрасно понимаю, что сейчас большие сложности с разными сырами. И поэтому считаю, что не будет очень уж большой беды, если вы замените маскарпоне на любой другой сливочный сыр, который у вас есть в доступе. Подойдут, например, там Филадельфия, Альметте, ну и еще такого же типа. Отлично. Все смешал. Добавляю белки аккуратно. Опять же, лопаточкой аккуратно перемешаю все, чтобы белки не осели. Прекрасно. Крем готов. Осталось только собрать. Для тирамису используются бисквитные печенья, савоярди, дамские пальчики. Если у вас под боком в магазине их нет, не переживайте. Готовятся они очень просто и очень быстро. Вот в этом ролике щелкайте и смотрите. Я все показал. Или заглядывайте в описание видео, ссылка там будет. Добавлю немного аромата. В горячий кофе, это у меня эспрессо, добавлю немного темного рома. В крем тирамису можно добавлять ликеры. Я встречал тирамису с самаретой и с куантро, то есть с ореховым и апельсиновым ликерами. Можно добавить ром, можно коньяк, можно добавлять марсалу, это крепленное десертное вино. Можно даже хороший ароматный портвейн, только действительно хороший, не надо сюда плюхать три семерки. Кофе у меня был очень горячий, поэтому львиная доля алкоголя уже испарилась. А теперь слой крема. Аккуратно распределяю ложкой, добавлять ничего не надо. И второй слой дамских пальчиков. Сверху опять нужен крем. Можно также положить его ложкой и разровнять, а можно немного поиграться в профессионального кондитера. Я попытаюсь изобразить себя как раз такого мастера. Приступим.
И теперь надо все посыпать какао и украсить. Однако у меня осталось еще немного крема, поэтому... Такой стаканчик хочется украсить более эффектно. Этот десерт будет готов после того, как постоит в холодильнике хотя бы 6 часов, 12 лучше. Клубника, конечно же, зимняя и на вкус как пластмасса, но выглядит симпатично, правда? Ну что, думаете, надо пробовать? Да вы и так знаете, это очень вкусно. Вот и все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Новые зрители, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео. Ролики выходят дважды в неделю. Спасибо за компанию. Всем пока.